Здравствуйте! В этом очередном видеоролике я хочу просто ответить на вопросы, которые задают буквально обыденно студенты. Но я думаю, что именно этот видеоролик и даст вам возможность понять, как вообще работает наш проект и как работает образовательный агент Александр Петров со своими студентами. Она спрашивает: вы меня встретите в воскресенье в аэропорту? И как с жильем? Аня, я вас встречу в аэропорту, ибо это будет 1 сентября. Вот, скорее всего, я не буду занят, и, соответственно, это вечернее время, поэтому проблем нет. Что касается жилья, мы дадим вам возможность в первую очередь попробовать что-то подешевле, получше с нашими ребятами. Если нет, то тогда определим вас к Дэниелу. Это обычное студенческое общежитие. Алексей спрашивает, приведет ли учеба к иммиграции, а то тут совсем плохо. Здесь хотел бы заметить, что я не даю миграционных советов, несмотря на то, что некоторые недальновидные офицеры посольстве Австралии в Москве считают иначе. То, что у вас там плохо, это я понимаю, потому что так оно и должно быть. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Но это, скажем так, и ваша, и моя точка зрения. Наверное, ее не разделяют. Все работники посольства ее тоже, наверное, не очень разделяют. По крайней мере, они живут в Москве, соответственно, видимо, знают, что делают, поэтому я не хотел бы давать никаких комментариев к вашему вопросу. И вообще, ребята, это очень интересно, очень похоже, скажем так, на провокацию. Это раз. Во-вторых, если касаться просто учебы, учеба никогда не давала иммиграцию гарантированно. Надо знать, кто учит, что учит, какие условия. Это все есть на сайте Департамента иммиграции и подтверждающих организаций. Ищите да обрящите, как говорила одна книжица. Вот, пожалуй, если у вас такое есть желание, можете посоветоваться с людьми, которые прошли тот или иной путь. Примеряйте эту рубашку на себя, и иммиграционный сайт вам в помощь. Нина спрашивает, есть ли новости по отказникам. Ну, в предыдущем видеоролике я уже обсудил эту тему. Новости есть, то есть мы разговаривали с министром миграции. Когда я буду гарантированно иметь ответ, после этого мы будем опять подаваться. Надеюсь, что та очень прыткая и голосистая работница посольства уже не будет работать Нина с вами, и вы, соответственно, сможете нормально податься без вот этих вот неадекватных рассмотрений со стороны неадекватных работников посольства. Не хочу сказать это о всех работниках посольства, потому что кроме этого человека, по крайней мере, никто себя не зарекомендовал такими вот интересными комментариями и абсолютно глупыми, на мой взгляд, отказами. Алексей спрашивает, привет, я решил отменить учебу. Ну, отмена учебы Алексеем не приведет к его материальным потерям. Все деньги будут ему возвращены, или почти все. Я очень огорчен, потому что Алексей действительно человек, который достоин того, чтобы здесь учиться. Его неприезд наносит значительный материальный ущерб учебному заведению. И я надеюсь, что учебное заведение к моим усилиям по наведению порядка в этой отрасли тоже приложит свою руку. Вот. Головы у них умные, просветленные, а соответственно это очень важно. И последние два вопроса. Один из вопросов: мне настоятельно рекомендуют посмотреть «Брат» и «Брат 2» кино. Я смотрел отрывки, я смотрел аннотации. Мне рассказывали вообще о содержании этих фильмов. Скажу так, я приветствую, наверное, выход таких фильмов когда-то на киноэкраны.
но считаю, что я перерос эти фильмы, и там так, мой здоровый национализм идет гораздо дальше, чем то, что пропагандируют эти фильмы. Юлия спрашивает, вот я думаю, что это очень важное, что было вообще сказано мне за последние, может быть, несколько месяцев. Юлия говорит, если кто-то из ваших студентов будет ехать в Брисбен в ближайшее время и есть необходимость встретить в аэропорту или еще как-то помочь, можете отправлять ко мне. Человек, которого не так, которому я многое сделал, которая приехала в Брисбен учиться в университете и учится в университете Центрального Квинсленда, которая практически ничего никогда не просила и всегда многое что делала сама, все формы заполняла и так далее, которая очень умно провела весь свой процесс получения этой студенческой визы. Человек, которому, опять-таки скажу я, который мне ничем практически не обязан, скорее я ей, пишет, что она готова просто так встретить людей, помочь с размещением, помочь со встречей и так далее, и так далее. Я хотел бы сказать, что, ребята, побольше бы таких людей, если бы такие студенты, как Юля, были в подавляющем своем большинстве, мы бы так много достигли в нашей студенческой миграции в Австралию, что вы даже не можете себе представить. Так что огромное спасибо, Юля. Это в действительности дает небольшой заряд оптимизма и веры своих студентов. Спасибо.